нажал, она сейчас снимает. Теперь каким ты решил? Дальний берег. Можно, в принципе, вот таким. Ну, давай наноси. Сейчас, подожди-ка. Нанеси, знаешь, в каком ракурсе? Ну, вот это. Вот это, да? Да, поверх. А внизу оставь немножко. А зачем черный нужен? Ну, этот цвет будет такой. Чтобы рисовать его зачем? Так же. Да, хорошо. Хорошо. Просто дома тоже есть пастель. Я им часто рисую. Хорошо. А, хорошо, спасибо. Ну, разбей. Очень красивый цвет. Ты получил. Ладно, я сейчас занят на мастер-классе. Ну, если он скажет тете Лиде ехать, то я сразу поеду просто на вокзал. Смотри, как люди рисовали. Тетя Лида. А сколько это зелья ждать? Зелья придется каждый день. Ну, это сейчас, у меня тут редко выхожу в интернет вообще. Ну, я посмотрю там, да, на какой там толк, и на пофиг на меня. А. Я подработаю. Хорошо. Ну все. Ну все, ладно. Так, теперь. А что это вы делаете? Это пейзаж. А? Пейзаж. А что это пейзаж? Теперь вот здесь нужно белым. Белым я крашу. Все стираю с этой картины. Все остальное, да? Да, все остальное, да. Стирай. Like a devil in my shoe.
Бери самокат. Бери самокат. Так, не бери. Здесь мастер-класс проходит. Откуда? Мастер-класс. Да, мастер-класс, да. Художника из Петербурга Александра. Я на самом деле не из Петербурга. Ё, мама, смотри, какие руки. Я все стер с картинки. Нарисуй что-то новое там. Ну, то, что стер, нарисуй теперь что-нибудь еще. Щука. Мам, смотри! Это такая... Да, молодец, ты станешь великой художницей. Мам, такая акула с лапками. Акула с лапками? Здорово. Акула вот так. Где? С лапками. Обычно акула с лапками. Рисую акулу с лапками. Это новое изобретение, искусство будет. Фраки!